Всем привет! Прокачу я, наверное, до бездонного озера всех. Сейчас посмотрим, как ляжет маршрут. Check one, two. Good afternoon, Detroit and the world. Delano Smith, live stream with Nortali. By no means are we taking the civil unrest in America and abroad lightly. We are down with our brothers and sisters of the BLM movement here in Detroit, Atlanta, New York, LA, across the United States and the world. We by no means take this lightly. And by playing music today, we're just hoping that we can, provide a bit of relief from the civil unrest that's going on in our country and around the world. So for the next few hours, I'm going to try to, get some more relief from it. So sit back, relax. Это я, как дела? Вот решил как раз прокатиться. Давай, смотри, ты работаешь. Ну тоже, как без этого. Давай, Бог помощь. Счастливо. Человек мне только что на машине менял, ну понятно, за денежку. Зимнюю резину переобул. Да уж пора на машине. Видите, редко на ней езжу. Только поменял. Пора, потому что жара 30. Сегодня, да, около 30-ки. Но под Москвой все это лучше чувствуется. Зато по погоде сказали, какой-то ИКТ хороший. То есть кислорода много. Хорошее время для прогулок. Вот и я выехал подышать воздухом. Спасибо. Peace.
Лучше не прыгнуть, можно задеть. Хоть и большой велосипед. Видите, какая штука. Но зачем ломать и велик, и ворота? Да и самому можно упасть, если что-то не так пойдет.
же старая собака не бегает за велосипедистами. По-моему, она или какие-то, ну, здесь. Возможно, она бегала за педалями. Ну, тут такой поток мотоциклистов, сами видите, мотоциклистов, что собака уже устанет с кем-либо связываться. Машин. Тут интернет слабый. Поэтому все видео постараюсь завтра выложить, сегодня, завтра, а завтра, послезавтра. Ну, короче, как доступ будет к интернету, в том числе и вчерашнее. Я тут с племянниками ездил. Там дождь пошел, мы их встретили, до пруда не доехали. Но я уже тут катал. Сейчас, если что, еще раз увидим маршрут. Вот как раз я и еду туда, к пруду, мимо него. Сегодня я на фиолетовом фэтбайке. Зеленый я еще не катал, надо зеленый покатать с вами. Оранжевый катал. Оранжевый пока в Москве, берегу. Так все это выглядит. Вон, видите, как плотина перекрыта просто. Речка. Одна из множества лесных речушек. И речек, и рек. Таким образом. Вот поэтому. Тут даже ничего не течет. Тут стоит цвет такой торфяной. Больше торфяной, торфяника. Тины нет пока. Достаточно чисто. Купайтесь. А я подальше искупнусь. Фу. Как хорошо в лесу-то. Прохладно. Площадки тут.
Вон речушка течет. Но она тут везде вот так вот вдоль потом железной дороги. Видите, как она идет. Надо, что ли, по ней проплыть. Правда, она, наверное, только тут ровная была. А там, ну, с топором прорубить.